Привет, ребята. Вот такую картину я вчера, получается, обнаружил во дворе. Номера украли вот таким вот. И, короче, после такой картины я что же сделал? Открыл, конечно же, там интернет, поиск дубликатов. Но здесь еще была такая вот картинка. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот. В дверке была вот такая записка. Вот так она была. Сейчас. Здесь, короче, эти долбоебы оставили номер телефона. Я сначала посмотрел, если пробивается по GetContact'у. Пробивается, это типа там писало, что пиздят номера. Взял, позвонил. На звонки они не отвечают. Также, ну, один друг позвонил, ему уже скинули смс-ку с тем, что надо скинуть, короче, получается $20, и номера они вернут. Я, конечно же, не стал этой херней страдать, потому что, во-первых, гарантии никто не дает, что они вернут номера, и, во-вторых, разбрасываться деньгами также не было никакого смысла. Лучше я знаю, что заплатил за, ну, там, изготовление, мне привезут номера, и проблем с этим не возникнет. То, что я и сделал. Утром, ну, это примерно было там 9 часов, я через онлайн-сервис, там по, ну, не знаю, там сайт какой-то, там, чтобы типа изготавливать номера, взял и заказал себе номера, точно такие же, фотографии у меня же была, и вот сейчас покажу, что мне пришло. И на следующий день, после того, что случилось, вот мне пришли вот такие номера. Вот. Полностью идентичные оригиналу. Также отражает свет, только вот с этой, не знаю, что даже это такое. Какая-то печать или что это такое. И уже думаю, как все это прикрепить. А самое-самое хреновое в этой истории, это то, что вот они погнули эту рамку. Если можете так посмотреть. Здесь согнули. Здесь согнули. Здесь пытались выдернуть, но эта рамка не вытаскивает. Она вытаскивается сразу вместе с этим пластмассом. И, в принципе, я так думаю, что лучше, если уже украли номера, лучше обратиться за дубликатом, чем отправлять непонятно кому. Если он спиздил у вас номера, то непонятно, если он их вернет, получит деньги и до свидания. Ну, это так, вкратце я рассказал всю эту историю. Она там тоже длилась ни много ни мало 2 дня с ним. Там друг с ним общался, потому что мне, ну, не было никакого интереса. Он, ну, друг такой принципиальный, я верну те номера там. Но мне это не было интересно, я заказал другие, мне как бы параллельно на те, что были. Еще один нюанс по вот этим всем делам. Сейчас. Здесь получается вот что. Если, вот как у меня, допустим, украли данные номера, ну, они зачастую только евро-номера и пиздят. Если у вас украли эти номера, то, конечно, можете обращаться в полицию, но вот сразу говорю, что она сделает. Они приедут, будете писать заяву о пропаже, ну, о краже данных номеров. Данные номера вводятся в, ну, типа в угон, в статусе угон. И при любых там камерах, которые вас засекут, ваш автомобиль, немедленно направляется патруль, который уже в ту же, скажем, минуту остановит ваш автомобиль. Если это в городе, то не сомневайтесь, это очень быстро они найдут. И, ну, с каждым
разом с каждой остановкой они будут требовать от вас документы, конечно, на машину. И, ну, как у вас эти номера, если они были, ну, скажем, они считаются сейчас в угоне. И будут вопросы, почему вы не забираете заяву, если у вас есть номера. Если же вы не катаетесь на машине, не выезжаете никуда, и у вас украли вот номера, да, тогда есть смысл. Если нет, говорю, при каждом обнаружении ваших номеров вас будут тормозить. И это будет продолжаться до тех пор, пока они не найдут этого, кто украл эти номера, или же не найдутся номера. И они потом их снимут с статуса угона. Вот так все это дело выглядит. И скажу еще такое. По цене этот пацан, что спиздил, или ну не знаю кто. По цене они писали другу, что вот тебе за 600 гривен мы отдадим номера. Ну, как бы, типа, выгода есть. Ну, как я говорил, непонятно, не вернут или не вернут. Ну, понятно, что, думаю, он не долбоеб, чтобы палиться. И, конечно же, номера он выкинет на свалку куда-то, и 600 гривен вы отправите, и до свидания. И ни номеров, ни денег. Поэтому я говорю, лучше обратиться в какую-то фирму за дубликатами. Итак, еще по этому поводу, чтобы я так добавил, чтобы вы знали. Получается, как у нас, ну, в Украине с этой херней, это частая такая херня, лучше сделать как-то номера, чтобы или невозможно было снять, но они, блин, поломают бампер, это такое дело, если захотят снять, они, ну, что-то поломают. Лучше всего сделать, если оставляете на длительную парковку, просто снять номера с машины. Машина пускай остается без номеров, это ни к чему плохому не приведет, если вы, ну, там припаркуетесь без нарушений ПДР. Но, в принципе, вот такие рекомендации. Я, как говорю, я заказал себе другие, с тем не стал связываться, в полицию также не обратился, потому что все это уводится в угон, и, ну, мне машина одна, и она мне нужна, скажем, я каждый день на ней езжу. Кататься без номеров я вам сразу не советую, потому что штрафы весьма большие. Если, может, раз они вас остановят, скажете, там, угнали, типа, украли номера. Может, раз прокатает, там, второй, но в дальнейшем они будут тормозить вас и составлять протокол о том, что езда без номеров. Так что вот такие вот дела вот с этим всем дерьмом. Но что поделаешь, это Украина, здесь без херни никак. Вот слово совсем. Так что, ну, вот такие вот дела у меня произошли на днях. Буквально 2 дня назад. И если есть еще по этому поводу вопросы, пишите в комментариях. На все комментарии отвечаю. Что-то не ясно, также все в комментариях. И подписывайтесь, конечно, на канал. Ставьте лайки, кому понравилось видео. Вскоре будут другие видео, так как всегда видео выходит регулярно. Всем удачи!